Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать продукты, которые я сейчас использую по уходу за лицом и телом от компании Organic Zone. Ссылки, где можно приобрести эту косметику, я, конечно же, вам оставлю внизу в инфобоксе, так что обязательно переходите, смотрите. Но лично я считаю эту косметику очень достойной. Я, когда ее впервые попробовала, она на самом деле меня очень сильно удивила, потому что я не верила в натуральную косметику, я считала, что все это какая-то ерунда, но данная косметика очень богата хорошим составом, здесь различные натуральные масла и так далее, и она действительно работает. Давайте я вам покажу средства, которые я вот уже заказываю их не первый раз, и они остаются моими любимчиками, и на протяжении уже второго года я использую эти продукты. Итак, вот такие вот продукты у меня появились. Все на самом деле здесь, ну, одна, наверное, новиночка, и то такая относительная у меня. Давайте начнем со средств для лица. Очень мне нравится, девочки, вот этот тоник для нормальной и сухой кожи с эхиноцеей. Я очень люблю им пользоваться с утра, как вы видите, сколько я уже тут использовала. Действительно, очень хорошо, ну, не то чтобы очищает, я бы сказала, освежает и тонизирует кожу. Мне очень нравится. Здесь такая просто водичка, наношу на ватный диск, протираю кожу, и не знаю, даже кожа как-то пробуждается с утра, на мой взгляд, да. Поэтому это у меня уже не первая баночка, наверное, третья, может быть, даже четвертая, и, как вы видите, появилась новая. В принципе, у меня вот эти тоники от Organic Zone заканчиваются, и я заказываю вновь. Вот, дальше вот такая вот сыворотка гиалуроновая для лица и кожи вокруг глаз, но я ее использую и для кожи вокруг глаз, и также на все лицо. Очень мне нравится, тоже у меня уже тут меньше половины я использовала. Очень хорошо, особенно, знаете, в жаркую погоду. Сыворотка эта не липкая, не конфликтует ни с какими другими уходовыми средствами. В принципе, если у вас кожа не сухая, то можно использовать ее, мне кажется, просто не нанося сверху никакой крем в жаркую погоду, только вот эту сыворотку. Действительно хорошо увлажняет, даже как-то успокаивает, что ли, кожу. Ну, в общем, мне очень нравится, заказываю не первый раз, и хорошо увлажняет также кожу вокруг глаз. Поэтому мне очень нравится, пользуюсь с огромным удовольствием. Она не липкая, она, знаете, вы наносите, она такая как гелевая внутри, и вы наносите ее, и она очень-очень быстро впитывается. Видите, вот такая вот она. И вот одной капельки достаточно, вот смотрите, да, на какую поверхность. То есть очень маленький у нее расход, и все, кожа не блестит, все впиталось, все хорошо. Вообще мне тоже очень она нравится, и это моя, по-моему, вторая или даже третья баночка. Наверное, буду заказывать еще. Вот эти две маски, это вообще мои любимки, просто. Особенности вот это омолаживающая. Здесь написано, что она омолаживающая, но для меня это очень хорошо питающая маска. Как она мне нравится, девочки. Использую ее по утрам, я вот так вот вскрываю, ну, специально, чтобы она, да, не подсыхала. Она на коже подсыхает немножко, как, но не стягивает кожу. Вот такой цвет имеет, не очень, конечно, но за ее действие ей на самом деле можно все простить. Она очень хорошо питает, еще раз повторюсь, кожу, лица. И вот с утра, я не знаю, почему-то именно с утра обожаю ее наносить. Не знаю, как насчет лифтинг-эффекта, но, возможно, за счет хорошего питания она как-то и разглаживает слегка кожу, подтягивает, может быть, но прям вот эту маску рекомендую всем, причем всем возрастам, я бы так сказала, вот, потому что она, видите, успокаивает раздраженную кожу, разглаживает мимические морщинки, она очень хорошо питает именно кожу, видите, у нее хороший состав, потому что, ну, такой достаточно богатый состав, наверное, поэтому масло абрикосовой косточки, это вообще антивозрастное масло, наверное, поэтому оно так хорошо и питает. И следующая маска, это вот такая освежающая, я почему-то ее в последнее время вот наношу
вечером. Она в своем составе имеет эфирное масло бергамота, мята, кедра. Но она на самом деле, да, вот такое ощущение, что там есть мятка вот такая. Тоже она немножко подсыхает на коже, но не стягивает. Хорошо ее увлажняет. То есть вот это хорошо питает, а это именно увлажняет и действительно освежает. Даже, ну знаете, немножко на солнышке обветрилась там, да, кожа где-то, может быть, покраснела. Вот убирает вот это вот покраснение. За счет мяты как-то очень хорошо охлаждает ее. И не знаю, даже она как-то выглядит более свежей кожа. Мне тоже нравится. Вот это моя вторая баночка. Если вот это я не знаю, наверное, пятая или шестая уже, то вот эта вторая баночка, вот эта маска как раз-таки именно очень хорошо на лето, на летний период, потому что, ну, зимой вот такой немножко как холодок на коже я не очень люблю. Вот, хотя, наверное, для жирной комбинированной кожи будет отлично. Ну и, конечно же, средство для тела, которое мне тоже очень нравится от этой марки. Вот новенький это у меня вот этот вот сахарный скраб для тела. Я его еще, именно шоколад, я его еще не пробовала, потому что я сейчас использую вот этот вот соляной скраб с красным грейпфруктом. Очень мне нравится такой цитрусовый аромат, тоже освежающий такой, знаете, в жаркую погоду вообще отлично. Все-таки шоколад, мне кажется, был отлично именно на такой зимний период. Видите, насколько густой этот скраб. Он очень малорасходный. Я не знаю, нужно совсем немножко, чтобы нанести на тело. Вот это мне тоже история очень нравится, потому что я не люблю, знаете, купил банку и на два раза. Вот такую историю я не люблю. Здесь очень много скрабирующих вот этих вот частичек. Пахнет таким, знаете, натуральным маслом какао пахнет. То есть именно даже не шоколадом, а вот таким вот какао. Прям очень вкусно пахнет, девочки. Ну, вот этот еще не пробовала, но я уверена, что мне тоже понравится, потому что вот эти скрабы от Organic Zone мне очень нравятся тем, что они малорасходные и тем, что они очень хорошо скрабируют. Если вы не любите жесткий скраб, вот этот соляной, да, у меня вот так вот он выглядит, видите, сколько... То есть нужно на самом деле действительно совсем чуть-чуть, и после вот этого скраба можно ничего не наносить. То есть здесь очень много различных масел, которые помимо того, что отшелушивают, да, то есть вот соль морская отшелушивает, и дальше идут, видите, депантенол, который успокаивает, воск авокадо, какао, масло подсолнечника, масло ши, то есть реально кожа отскрабированная, гладкая, отшлифованная и при этом еще и увлажненная и напитанная. Вообще обожаю такие эффекты в скрабах, очень мне нравится. И этот имеет такой вот прям очень вкусненький, немножко сладковатый цитрусовый аромат. Вот. Если вы не любите жесткие скрабы, то его можно нанести, ну то есть взять чуть-чуть, распределить вот так вот ручками и потом на тело. Тогда вот эти вот крупинки соли, они как бы подрастают и будет не такой жесткий. Но я люблю именно такой жесткий-жесткий скраб, девочки. Поэтому для меня это прямо, то есть не пилинг для тела, а именно скраб такой. Я и мочалки жесткие люблю, поэтому для меня вот это вот очень прям любимейшие скрабы. Вот заказала себе на лето 2. Я думаю, что мне на все лето хватит. И снова повторила вот этот вот питательный крем с кокосовым маслом. Использую его также сейчас на ночь. Не оставляет липкости, не оставляет пленки, не оставляет никакой жирности. Утром, если вы принимаете душ, то не смывается вот эта вся пленка. Реально, вот моя кожа сухая. Выпивает все, весь этот крем без остатка. Аромат у него такой косметический, слегка травянистый. Он на коже практически не ощущается. Ну, я бы даже сказала, что вообще, наверное, не ощущается. Это тоже для меня плюс. Он такой вроде как бы, да, немножко гелеобразный, но на самом деле он такой... Ну, прям плотненький, жирненький, не для сухой кожи. Вот этот крем очень подойдет на зимний период. Я им и зимой пользовалась, и сейчас пользуюсь. Тоже видите, он какой малорасходный. То есть я взяла немножко, и вот у меня еще на руках. Кожа не блестит, он хорошо очень впитывается, не липкий, ничего у вас не прилипает. Вы к постельному белью тоже не прилипнете, и при этом хорошо напитывает и увлажняет кожу, делает ее гладкой, нежной, бархатистой. То есть, ну, крем вот этот тоже мне очень сильно понравился. Именно вот этот вот мне очень понравился, да, вот этот питательный. Но я люблю такие, знаете, пожестче, я вообще люблю
и такие средства, как сказать, маслянистые, наверное. Вот. Но все-таки для зимы мне немножко его маловато. Вот сейчас весной, сейчас летом, более такую теплую погоду, в начале осени, вот мне как раз самое то. На зиму я все-таки люблю баттеры использовать. Так что вот такие вот у меня продукты, которые я уже пробую не первый раз. Очень вам советую, как вот этот тоник, да, для нормальной и сухой кожи. Сыворотку, то же самое, гиалуроновую масочку, особенно вот эту девочки омолаживающую, очень классно. Но, в принципе, мне все продукты эти нравятся, и я все их могу порекомендовать. Если у вас кожа не сухая, то вот этот крем подойдет вам именно на зимний период времени. На летний, наверное, что-то такое полегче, какие-то лосьончики. Так что вот такие вот у меня появились новиночки. Я вам, как всегда, все ссылки оставлю внизу в инфобоксе, где ее можно приобрести. Так что обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!